сегодня хочу смело сказать вам, что сегодня сыродельный Конаковский завод существует у нас. Мы где-то начали ремонт, приступили в ноябре месяце к нашему заводу, а в феврале мы уже выпустили первую партию сыра, но это было в маленькой сыроварне. И выступили на Продэкспо, на выставке, ярмарке, со своими образцами сыра. Я хочу сказать, что мы на ней вышли победителями. Сыры, наши два вида сыра, один вид сыра Конаковский занял золото, а второй вид Шанклиш занял бронзу. А 10 июня мы пустили уже цеха в работу. То есть сегодня мы выпускаем 11 видов сыров, но мы будем расширять ассортимент. Также мы вернемся к производству масла. Все конаковцы помнят и вкусный сыр наш, и масло какое сливочное мы выпускали. Думаю, что мы возродим, потому что оборудование уже приобретено для производства масла. У нас еще пока небольшой коллектив, не такие большие пока объемы сыра. Но я надеюсь, что все это впереди. И также город заинтересован, также и Лий Максим Ефимович тоже интересуется нашими делами, помогает по возможности. Так что я думаю, что все будет хорошо. Когда есть производство и есть власть, которая поддерживает производство, тогда и будут заводы. Уважаемые конаковцы, жители города и наши гости, приглашаем на наш Конаковский сыродельный завод для того, чтобы приобрести наш конаковский сыр, сыр нашего производства, высококачественный сыр, натуральный сыр. Я думаю, что сыр вам очень понравится. Всем всего доброго, доброго здоровья.